общем, друзья, если у вас сосед купил перфоратор, одевайте очки и сваливайте из дома нафиг. Вчера я в Твиттере выложил такую информацию, что я буду снимать художественный фильм. Выложил это в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке. И вообще какие-то модные слова говорю, даже сам их не знаю. В общем, решил я снять фильм. Ну, то есть не на 4 минуты, как обычно, а хотя бы на 20. Нет, ну вот согласитесь, да, вот многие пишут, многие спрашивают, как Серегу Симонова. А что, я-то чем хуже? Конечно, я блокбастер буду снимать, прям, блин, просто отвечаю. Это будет круто. Представляете, насколько я люблю Амур? Это просто, это... Кстати, скажу вам по секрету, в Амуре жить очень классно. Здесь, в принципе, что тебе нужно? Вьетнамская кухня, ресторан, мясо на углях. Можно заменить масло сразу же тебе из ТО. Ну и, естественно, заправка. В общем, для жизни есть все. А, да, и каток Фетисова, это круто. Ну да, дороги здесь еще те. В общем, ничего не поменялось. Ни в какую сторону. Как было здесь хорошо, так и осталось. Что-то впереди меня какой-то тусняк непонятный. Что это? Что это? Кто это? А что за тусовки, маевки непонятные? А, так это же мусор, эти, мусор, а. В общем, ребята, кто не в курсе, почему батя так сильно любит Амурский поселок. Я тут жил со своей 12-й женой, звали ее Катей. Катей, если ты смотришь, флаг тебе в руки. Короче, эта мудила меня за 4 года развела и купила себе новую квартиру. Кофе – это святое, ёптить. Так что, пацаны, если кто решил жениться на блондинках, не советую. Настроение пропадет на 8 лет вперед.